Главным атрибутом Пасхи неизменно остается яйцо, как символ вселенной, богатства и благополучия. Традиции знаменитой молодечнинской вытянанки бережно хранят и продолжают в колледже имени Огинского. Народные праздники здесь внимательно изучают, а на бумаге каждый узор соответствует определенному сюжету. Яйка драўляная, обтягнутая льном. И тут уже плетение с соломы. Поглядите, вельми такие цікавые старожитные узорчики, которые робятся с плетения. И оно обтягнута гэтая форма. И еще один вариант. Это лен. Тут нема соломы, а из льну, из ниток робятся так само вот такие складанные узоры. Мы, ну, как бы творче перепрацовываем эту старожитную традицию. В течение года студенты музыкального колледжа Огинского в Молодечно создают дипломные и курсовые работы в различных художественных стилях. Главное – сохранить многовековые традиции.